утро четвертого дня на Днестре возле городка Кропивець начинается с переживаний. Ночью несколько раз вылазили из палатки и смотрели, не уменьшается ли наш островок, на котором мы поставили свой лагерь. Он таки уменьшился, но не до таких размеров, чтобы эвакуироваться. Вот доказательство. Вчера на этом месте был костер. Здесь было сухо, был такой аппендицит, можно было обойти вокруг. А сейчас вы видите, это место конкретно уже залито водой. Значит, уровень воды поднялся в реке из-за дождей, и вода постепенно забирает свою русловую территорию. Но палатка, как вы видите, стоит еще в сухом месте, на сухих камнях. Хотя вода уже подбирается. В случае резкого повышения воды мы должны были перекинуться на более высокий уровень, а потом вот там вдалеке Альтанка, могли бы добраться туда. Наша группа Дятлова обмоталась вся клееночками, ходит, ищет рыбку на берегу. Доброе утро. Ищет есть инопланетян. Да, тема у Боди одна. А вот есть инопланетянин. Да, пришел инопланетянин. Палатка группы Дятлова промокаемая, летний солнечный вариант. Он знал, какую нужно брать палаточку. Вся клеенка замотана и придавлена вот такими булыжниками, где он их такими нашел. Наверное, в него Йети метала этими булыжниками. Он находится, конечно, выше, как вы видите, довольно-таки выше уровня воды. Ему ничего не грозило, поэтому спал наш Бодя, наш Ивасик Телесик. Хорошо. Вот оно, долгожданное солнце появляется, которое так нам надо, чтобы вещи были сухие, чтобы приятнее было плыть. Кромка, галечная кромка реки. И вчера вы видели хозяйка дома, которая нам подарила овощи, показывала, насколько может подняться вода в реке, если в верховьях выпадают сильные осадки. Такого було води в 2008 році в хаті та вода. Це по пояс. В 59-му році то взагалі було отак води. От така річка. Уявляєте, яка небезпечна річка Дністер. Ви розумієте, ми вже тут привикли жити. Мені здається, що я до звідси нікуди не поїхала. Готуємо чай з лимоном і луговим щебрецем. Так що у нас сьогодні зранку чайок, щебреця і лимончика. Чуєте, як кипить? Це вчорашній супчик підігріваємо. Опять ми входимо в зону турбулентності. И попадаем в своеобразные пороги. Но это не от того, что мелкая река. Это от того, что здесь резкий перепад высоты. О, какая впереди пещера интересная. Вот так мы выбираемся к водопадику. А-ха-ха!
Вот такой чудесный маленький водопадик, малозаметный. Водопады на этой реке сначала слышатся, а потом уже видятся. Каждый неповторимый, интересный. Они маленькие, но они по-разному падают, с разных пород, обрастают разными растениями и имеют свое лицо. Попив водоспадної водички. Ну, така собі смачна, як дощова. Галю, давай. Ой, ти ж Галю, Галю молодая, підманули ж Галю, забрали з собою. Карта показала очередной водопадик, то есть ручеек. Вот здесь такие каскадные. Посмотрим, может быть, дальше будет выше и лучше. Пока вот такой. Похож на карпатский. Вот прямо ступеньки. Можно идти по этим ступенькам. Оп. То есть получается как бы по руслу этого ручья. Вот тоже такие дебри амазонки. Как правило, на таких ручьях есть один или парочка высоких водопадов, там где большие перепады. Ого, как здесь все завалено. Мусора, конечно, много, понятно. Вот такая тут щель. Подняться бы наверх, сейчас попробую вот так. Будет непросто. О! Где вы? Снимаем друг друга. Говорят, что здесь стрёмно. Ползёшь себе, главное на плащ не наступить. С камерой, с телефоном. Я хоть не знаю, кто.
красивые места, просто скалы, просто обрывы. Сейчас вот плохо, что мокрая поверхность. По этой глине сейчас придется мне как-то ползти, чтобы дойти до красивого водопада. В кроксах, вот в этой мокрой глине, я уже преодолел. Теперь надо преодолеть подъем. Усугубляет то, что мокрая поверхность. Вон там внизу каньончик, где течет ручей. Я уже иду поверху. Оп! Вот здесь. О, какая нависает скала. И, скорее всего, вот здесь где-то спуск. Ну, он, слава богу, здесь сухо. Здесь скала прикрывает навес. Есть, есть, есть. Оп! Живой. И поднимаюсь к водопаду. Я уже близко. Вот уже вода с этого водопада. И сейчас мы увидим красотень. Сейчас мы увидим... Самый, наверное, красивый, который здесь есть. Водопад, и солнышко нам улыбается. Посмотрите. И это лицо, которое довольно собой, а воно доповзло до цього. Я уже молчу про себя. Тендитное создание. Такое ледь живе. Сейчас будем любоваться, фотографироваться. Ну как вот это такое, может быть такая красота в природе. И обратите внимание, за эту красоту не берут денег. Если в Крыму каждому водопаду нужно заплатить мзду, то здесь все это бесплатно. Путешествуйте, любуйтесь этими красотами, поднимайтесь с диванов. Как вы видите, идут навесы, скалы очень живописные. И это не крапива, думал, крапива. Нет, она не жалится. И вот такой водопад, который уже целым карнизом падает на камень, который оброс мохом. Как же это красиво! А я вроде вижу, что ты там, вроде кто-то шевелится, кто-то есть. И краем глаза понимаю, что ты. Ну вот эффект неожиданности, он, конечно, ух. Давай сейчас. С собой потянуть. Краще... Подожди. Сейчас. Так. Раз. Базара, да ты будешь. Раз. Тут глина? И раз, да. Так. О, ох ты, то есть на синяя луска. Бачите, тут и виконця. Отвечаю. Ух ты. О, сталактиты, сталагмиты. Ничего себе тут. Так давай бодю вытащим. Зараз. Лізе, поїзд їде, воно лізе. Можемо чувати. Я, звісно, з голими колінами лазить тут фігня. Ага. Ну от це от, мені кажеться, то, що ти трогаєш, це от, да, сталагміти, сталактити. От, посмотрите конкретно. Отломанные. Бодя! Лезь сюда, посмотришь. Офигеть! Ой-ой-ой-ой-ой! Это все в диком состоянии. Ой, какая красота! Ребята!